Вот. И поворачиваем. Уже грудной отдел ниже. Распрямляю его. Вот. Раз. Два. И еще ниже. Три. Если при сколиозе, да, то можем сделать покруче движение. Ну, например, посадить человека вот сюда. Так, на коня разверни сюда попой. Надо им коленками за стол. Да. Да, 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 садись, садись. В сторону, внутрь, в сторону. Здесь нам удобно то, что он, смотрите, держится за стол, да? Теперь берем руки так же. Ну, в другую сторону. Да, в другую сторону. Не-не-не, сам ничего не делал. Вот рука так. Вторая рука держит вот эту руку, да? Поворачиваем голову. Можно вот эту руку скачать, да, главное, чтобы он. Вот так она свисает, видите? Тогда перехватываем вот так. Голову там гоняем сюда. И смотрите, изначально прямой человек, да? Мы его рукой придерживаем, а тут вот мы качок вперед и назад. Вперед и назад. Вот он падает, как бы падает вперед, да, амплитуду наращиваем. И потом резко волосистые отростки. Раз. Еще амплитуду наращивает. И ниже. Раз. И еще ниже. Раз. Вот такие приемы. И если нам надо поставить какой-то позвонок отдельный, да, вот он развернут влево, вправо, то можем сделать упор вот сюда. Вот это сиська отростка, да, только не в него, а сбоку, в поперечной отростке, да. Чуть-чуть человека вперед попробуем продвинуться, попросим, да. Подставляем ногу. Так, захватись за этот, за шею себя, себя схватив, замок за шею. И упираемся. Вот можем маневрировать повыше, пониже, то же самое на стуле, да? Вот, прицелились, куда нам надо. Можем на эту сторону перейти. Вот только за рукава отростки. Схватили его за эти, за локти. Теперь ногу возвращаем обратно, прицелились, да? И на себя. Раз, пониже. Три. Если расстояния не хватает, то можно подойти поближе. Тут, в принципе, смотрите, как надо локти соединить и держать их. Желательно свои руки тоже вот так спереди, да, держать. Сажусь пониже и на себя. Не расцепляй, еще держи. Выдох. Еще раз выдох. И можно пониже, еще пониже. Можно